Здравствуйте, я Зундел Ама, городской обзорхай на телеканале АТВ. 10 января, 15 лунный день, стихии воды, 4 зеленых МНГ. Благоприятный день людям года обезьяны, курицы, лошади. В этот день благоприятно для выполнения ритуалов восхваления будут совершать крупные обряды по долголетию и умножению богатства. Почитать защитников, сахиуснов, выполнение ритуалов преодоления препятствий, проблем, вызванных действием негативных сил, завязывания дружбы, для приручения диких животных, для работ, связанных с домом. Чего следует избегать? Претензий, ссор, выполнения основательных дел. Это не очень хороший день для выполнения похоронных обрядов. Неблагоприятны людям года коровы, тигры. Запрещено осквернять водоем, источник, остерегайтесь болезней крови. Даца не проходит, хурар, ламчик, нембо. Стрижка волос к благополучию и благоденствию. И помните, причины внутри, снаружи последствия. Абсолютно безопасные, стоят меньше гипсокартона, оперативные в установке, надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки, линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба.